Производство 50 тысяч тонн, 167-е. Производство 50 тысяч тонн морепродуктов в год. По одному квадриллиону рублей за тонну. $1 США равен 26 рублям Российской Федерации. 168-е. Производство 50 тысяч тонн капусты морской в год. По одному квадриллиону рублей за тонну. $1 США равен 26 рублям Российской Федерации. 169-е. Производство 50 тысяч тонн кальмаров в год. По одному квадриллиону рублей за тонну. $1 США равен 26 рублям Российской Федерации. 170-е. Производство 50 тысяч тонн икры черной в год. По одному квадриллиону рублей Российской Федерации. $1 США равен 26 рублям Российской Федерации. 170-е. Производство 50 тысяч тонн икры черной в год. Производство. По одному квадриллиону рублей за тонну. $1 США равен 26 рублям Российской Федерации. 171-е. Производство 50 тысяч тонн икры красной в год. По одному квадриллиону рублей за тонну. $1 США равен 26 рублям Российской Федерации. 172. Производство 50 тысяч тонн икры баклажанной в год. По одному квадриллиону рублей за тонну. $1 США равен 26 рублям Российской Федерации. 173. Производство 50 тысяч тонн крупного рогатого скота в год. По одному квадриллиону рублей за тонну. $1 США равен 26 рублям Российской Федерации. 174. Производство 50 тысяч тонн мелкого рогатого скота. По одному квадриллиону рублей за тонну. $1 США равен 26 рублям Российской Федерации. 175. Производство 50 тысяч тонн коней в год. По одному квадриллиону рублей за тонну. $1 США равен 26 рублям Российской Федерации. 176. Производство 50 тысяч тонн верблюдов в год. По одному квадриллиону рублей за тонну. $1 США равен 26 рублям Российской Федерации. 177. Производство 50 тысяч тонн верблюдов в год. По одному квадриллиону рублей за тонну. $1 США равен 26 рублям Российской Федерации. 177. Производство 50 тысяч тонн апельсинов в год. По одному квадриллиону рублей за тонну. $1 США равен 26 рублям Российской Федерации. 178. Производство 50 тысяч тонн мандаринов в год. По одному квадриллиону рублей за тонну. $1 США равен 26 рублям Российской Федерации. 179. Производство 50 тысяч тонн арахиса в год. По одному квадриллиону рублей за тонну Российской Федерации. $1 США равен 26 рублям Российской Федерации. 180. Производство 50 тысяч тонн изюма в год. По одному квадриллиону рублей за тонну. $1 США равен 26 рублям Российской Федерации. 181. Производство 50 тысяч тонн винограда в год. По одному квадриллиону рублей за тонну. $1 США равен 26 рублям Российской Федерации. 182. Производство 50 тысяч тонн орех грецких в год.
по одному квадриллиону рублей за тонну. $1 США равен 26 рублям Российской Федерации. 183. Производство 50 тысяч тонн фисташек в год. По одному квадриллиону рублей за тонну. $1 США равен 26 рублям Российской Федерации. 184. Производство 50 тысяч тонн макаронных изделий в год. По одному квадриллиону рублей за тонну. $1 США равен 26 рублям Российской Федерации. 185. Производство 50 тысяч тонн мака в год. По одному квадриллиону рублей за тонну. $1 США равен 26 рублям Российской Федерации. 186. Производство 50 тысяч тонн тыквы в год. По одному квадриллиону рублей за тонну. $1 США равен 26 рублям Российской Федерации. 187. Производство 50 тысяч тонн воды минеральной в год. По одному квадриллиону рублей за тонну. $1 США равен 26 рублям Российской Федерации. 188. Производство 50 тысяч тонн сои в год. По одному квадриллиону рублей за тонну. $1 США равен 26 рублям Российской Федерации. 189. Производство 50 тысяч тонн линолеума в год. По одному квадриллиону рублей за тонну. $1 США равен 26 рублям Российской Федерации. 190. Производство 50 тысяч тонн крольчатины в год. По одному квадриллиону рублей за тонну. $1 США равен 26 рублям Российской Федерации. 191. Производство 50 тысяч тонн чеснока в год. По одному квадриллиону рублей за тонну. $1 США равен 26 рублям Российской Федерации. 192. Производство 50 тысяч тонн чая липы в год. По одному квадриллиону рублей за тонну. $1 США равен 26 рублям Российской Федерации. 193. Производство 50 тысяч тонн жемчуга речного в год. По одному квадриллиону рублей за тонну. $1 США равен 26 рублям Российской Федерации. 194. Производство 50 тысяч тонн церковной утвари в год. По одному квадриллиону рублей за тонну. $1 США равен 26 рублям Российской Федерации. 195. Производство 50 тысяч тонн грибов в год. По одному квадриллиону рублей за тонну. $1 США равен 26 рублям Российской Федерации. 196. Производство 50 тысяч тонн автобусов в год. По одному квадриллиону рублей за тонну. $1 США равен 26 рублям Российской Федерации. 197.
производство 50 тысяч тонн трамваев в год по одному квадриллиону рублей за тонну. $1 США равен 26 рублям Российской Федерации. 198. Производство 50 тысяч тонн троллейбусов в год по одному квадриллиону рублей за тонну. $1 США равен 26 рублям Российской Федерации. 199. Производство 50 тысяч тонн блинов в год по одному квадриллиону рублей за тонну. $1 США равен 26 рублям Российской Федерации. 200. Производство 50 тысяч тонн муки в год по одному квадриллиону рублей за тонну. $1 США равен 26 рублям Российской Федерации. 201. Производство 50 тысяч тонн абрикос в год по одному квадриллиону рублей за тонну.